Итак, дорогие друзья, мы неспешно идем дальше. Сейчас я выделил 4 точки внизу. Мне надо бы их удалить. Face. Так, что делаю? Давай так сделаем. Не хочет так. И последнее. Так, теперь мы с вами будем действовать следующим образом. Мы возьмем с вами вот этот прямоугольничек. Посмотрим сверху. Очень удачно мы все сделали с вами. И давайте теперь вот этот, его уменьшим по оси S. По оси Y. Вот так. То есть мы сейчас будем действовать по плану такому, что сначала сделаем так. G по Y. Сначала сделаем крышу. Вот так. Спешить никуда не будем. И чтобы нам было удобно, мы с самого начала сейчас возьмем Ctrl-G и отчекрыжим вот эту часть. Берем ее. Фейс. А эту посмотрим, у нас тут все нормально. И вот 3D курсор. Так, никаких нет изменений. А вас стоит минус 1, да? Мы сейчас уберем этот reset трансформации. И теперь скажем, что нам нужен mirror. Вот, это то, что я хотел. Клиппинг, скажем. Отлично. Ну а дальше уже по проверенной схеме edit mode. Возьмем вот этот, допустим, G, и потянем вот сюда. То же самое здесь. G и сюда. Далее можно взять Ctrl-R. И разделить на 4, допустим, да, сначала. Вот так, на 4. Теперь смотрим сбоку. Вот она у нас, вид сбоку. Так. И берем опять же вот это, берем B или B. Если хотите, и начинаем вниз опускать G по Z. Мне надо только вот эти. Так, и по Z. Так. Идет. Вот сюда. Так. Эти тоже. И это. Вот так. Так, видим, что здесь не совсем получился, да? Скос. Поэтому здесь тоже сделаем. Так. Сейчас поправим. Mm.
Ну, сейчас тут тоже сделаю Ctrl-R-чик один. Вот так. Ну, здесь заодно Ctrl-R-чик. Так. И смотрим. Здесь сбоку, да? То есть спешить никуда не надо, ребят. Мы с вами пойдем вот точка за точкой. Полигон за полигоном. Я могу представить, как это скучно. Но если мы хотим научиться действительно делать красивые вещи, придется с этим смириться, ребят. Я предупреждал. Это я себя так успокаиваю. Так, теперь смотрим сверху. Очень удобно, кстати, все так. И здесь мы тоже с вами скажем Ctrl-R. Вот так. Потому что этот Ctrl-R-чик очень нам поможет раздвинуть эти дела. S по Z. Так, в чем дело? Вот так сделаем, да? Этот вот сюда. Так, здесь сюда. Сюда. Будем стараться максимально точно работать. Так, посмотрим. Ну, вроде все нормально. Так, сбоку еще раз. Да. Теперь вот мы тут еще немножечко поправим. Так вот. И все. У нас получилась крыша. Так, замечательно. Ну что ж, перейдем к следующему видео.